Всем привет! Мы сейчас с мужем поедем в город. Сегодня у нас уже 9 марта. И мы сейчас поедем в город. У нас дома кое-какие продукты закончились. Привет. Да. И поедем купим. Да? И хотим посмотреть. Я хочу... Там Машка. Маша, поздоровайся. Маша, спрячься. Маша еще не оделась. Извините ее, она еще не успела одеться просто. Только проснулись все, поэтому у нас утро. На улице прохладно, и поэтому мы поехали в город. Потом покажем, да, Света? И хотим еще рыбку купить. У нас почему-то все рыбки дохнут. В чем причина, не понимаем. Уже поставили маленький аквариум, и хочу сейчас пару гупиков купить, и все. Я знаю самую большую. Ну ладно, все, мы поехали в магазин. Так, ребята, мы приехали с города покупками. Сейчас покажем. Тут у меня масло крестьянское, 4 пачки взяла. Потом тут капуста, свекла. И вот там вот редька взяли еще. Вот такие вот овощи. Сейчас уберу пакет и дальше буду вам показывать. Так, Ваня опять взяла кашу пачку. Вот такую кашу у нас Егор ее по утрам ест. Перец молотый. Мандарины взяли. Ну, там уже ребята утащили пакет с мандаринами. Потом майонез и масло растительное по акции. Так, следующий пакет. Это я себе взяла. Чай. Вот такой вот чай взяла. Сейчас скажу, какой он. Извиняюсь. Черный с ароматом бергамота и ванили. Это я себе взяла, потому что я такие люблю. Йогурты взяла. Еще йогурты. Так. И еще йогурты. Беру 8 йогуртов, потому что 8 детей. Туалетная бумага. Ванюшеньки сок взяли. Так, это Джига Кавказская. Сырки вот такие вот, дружба. По 6 рублей они по акции. Салфетки взяли у хомяков. Салфетки закончились. Так, ребята, взяли зелень, смесь, салат, халва здесь у нас, семечки, йогурт и еще соки. Вот такой вот в целом соус терияки. Ну вот в целом вот все покупки. Но это еще не все были покупки. Помимо этого мы взяли еще молоко, хлеб, масло я уже сказала. Ну так, по мелочи что-то еще взяли. Уже половину просто разобрали, поэтому извините, что успела показала. Так, ребята, мы еще купили комбикорм. Вот такой вот для молодняка, потому что у нас цыпленок вылупился. И вот такой мешок 350 рублей стоит. Тут 5 килограмм. Ребята, вот это вот наш первый цыпленочек. Видите, вылупился. Мы его занесли домой. У нас вот в аквариуме сидит специальном. Вот такая вот детка у нас появилась. Ребята, смотрите, как наши гладиолусы. Тут все 6 штучек выклюнулось. Если помните, то у меня вот такие было 2 пачечки. Тут все 6 штучек выклюнулось. Скоро буду пересаживать в другую емкость уже. Здесь вот один выклюнулся и все. А здесь также 2 и сидят. Но уже хорошо подросли. Растут наши гладиолусы. Прям радует глаз. У нас ребята сели кушать. Катя, приятного аппетита. Сделали окрошечку. Целое ведерко. И вот ребята кушают. Сейчас хлебом режу. Вот такой вот ужин у нас. Так. Всем привет. Ваня тут кричит, извиняюсь. Хочу показать, что мне сегодня подарили. Не сегодня, вчера, то есть подарили дети. Вот Света подарила. Там Катюха, Машка. Ну, Оксана, да, еще дарила. И что я сама себе подарила? Ну, давайте сначала начну с открыток. Вот эту вот открытку мне подарила Света. Вот такая вот красивая открыточка. Она сама делала. Вот такая вот красивая. Открытка, извиняюсь, Ваня шумит. Но не получится у меня тихо, потому что дети дома. Дальше. Вот эту открытку мне дарила Катюша. Да, Катя? Тут поздравление внутри. Вот такое. Если хотите, остановите на паузу и посмотрите, прочитайте все поздравление.
Это от Катюши. Вот такая вот открыточка. Она сама. И у меня дети всегда сами все делают. Вот эту открытку я уже показывала, что мне дарила Окся в садике. Тут немного лепесточки погнулись, но это ничего страшного. Свет опять себе маникюр делает. Вот такой вот цветочек. Вот эту вот открытку мне подарила Маша. Это они в школе делали, а помогала им Света. Да? Они как раз у них был урок такой, где они ходили маленьким, помогали первоклассникам делать. И вот она мне такую открытку подарила. Сзади тут тоже поздравление. Я сейчас наведу, а вы попробуйте прочитайте. Если хотите, нажмите на паузу и прочитайте. Вот такое вот поздравление от Маши Тарантиной. И вот такая вот открыточка. Дальше. Что я сама себе подарила? У меня закончилась мицеллярная вода для того, чтобы снимать макияж с глаз. Я редко бывает, но крашусь. И она у меня закончилась. Так как я пользуюсь Фаберликом и занимаюсь Фаберликом, я себе заказала вот такую вот мицеллярную воду для снятия макияжа для всех типов кожи. Мне она очень нравится. Все, кто занимается Фаберликом, все меня поддерживают. Они знают, что водичка просто суперская. Вот такие вот дела. Дальше, вот здесь я еще не распаковала даже свой подарок, но я вам покажу. Это вот такой вот скраб, мятный шоколад от Фаберлик. Мне тоже он очень нравится. Очень шикарный скрабик. У меня как раз закончился, я себе заказала. И вот такую пену. Пена, по идее, мне не нужна была, но просто оно шло набором дешевле, чем поштучно покупать. И поэтому я заказала пену для ванны, но я ее... передарю крестной пену, потому что мне только скраб нужен был. Крестную пену подарю. Вот такие вот были у меня подарочки. Тут еще купон на 50% скидку. Вот такие вот подарки. И сегодня я себе еще подарок сделала. Я купила новых рыбок. Вот у сомика, две гуппи, две малинезии и сомика. Вот такие вот рыбки у меня. Вот такой вот был у нас день. Свет опять себе делает маникюр. Она каждый день себе его делает. Вот такие вот подарки. Напишите, нравятся вам такие подарки или нет. Больше мне никто ничего не дарил. Муж мне не дарит. Сыновья мне тоже ничего не подарили. Ну, я и не прошу. Они меня поздравили просто с 8 марта и все. Ваня тут кричит. Бегает, играет, дерется со всеми. Ой, ну ладно, вот такой вот сегодня у меня был день. Если вам понравилось, то ставьте лайки, проходите на наш канал. И всем пока-пока!